Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии местами снег, ночью в горах сильный, в отдельных районах туман и гололед. Ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью 7-12 градусов ниже нуля. Местами столбик термометра опустится до отметки -21, днем -2, -7, местами до -13. На дорогах гололедица и снежный накат. В Черкесске небольшой снег, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью -8, -10 градусов, днем -2, -4. На дорогах гололедица и снежный накат. Наша гостья имеет множество увлечений, среди которых изготовление различных подделок и чтение художественной литературы. Третьеклассница из Черкесска Настя Меркулова устраивает свои выставки в детской библиотеке имени Сергея Никулина и отлично учится. В эти минуты в нашей студии Настя расскажет моей соведущей Бэли Джазаевой обо всех своих увлечениях. Доброе утро всем! Доброе утро, Настя! Доброе утро! Я благодарю тебя, что ты вот сегодня пришла к нам в гости. Поводом для нашей с тобой встречи стало не только то, что ты круглая отличница в школе, и не только то, что ты любишь читать много, ходишь в детскую библиотеку, становишься читателем года, но ты еще делаешь вот такие прекрасные поделки. Вот, ну, обо всем по порядку. Вот, что касается вот твоих вот этих поделок, да, мы, наверное, начнем с них. Как я уже сказала, в детской библиотеке ты устраиваешь свои выставки. И вот мы, когда с тобой встретились, я стала тебя спрашивать, из чего тут что сделано. Я, конечно, была поражена. Тут и пена для бритья, и клей, и щетка, и макароны. Ну, в общем, чего только нет. Скажи, пожалуйста, как ты этим увлеклась? Мне нравится все творить своими руками. Угу. Это, можно сказать, это мое хобби. Угу. Ну вот как ты придумываешь, вот из чего делать? Из подручных материалов. Угу. Угу. Вот эта елочка сделана из макарон? Да. А вот рядом это кто? Дед Мороз. Это просто нитки и сверху щетка для краски, правильно? Да. Вот тебе кто-то помогает это все делать? Мама чуть-чуть. А вот идею ты сама придумываешь? Иногда. Иногда мама, иногда я. Ты научилась читать, как все детки в первом классе. Сейчас ты учишься в третьем классе, правильно? Ты такая юная, но мне сказали в детской библиотеке, что ты часто что-то читаешь. Что ты любишь читать? Какую литературу? Я люблю читать сказки, рассказы о животных. Угу. Это наиболее предпочтение ты отдаешь рассказам о животных. А есть любимая книга? Да, Николая Сладкова «Бюро лесных услуг». Что касается школы, есть любимый предмет? Да, математика. Ну, странно для девочки. Чем тебе математика нравится? Может, все-таки рисование больше по душе? У нас рисование сейчас на дистанционном, а математика мне нравится считать, угу, решать примеры. Угу. Ну, вот ты сейчас, как мы сказали, учишься в третьем классе, ты еще совсем юная. Наверное, все-таки рано задумываться о будущей профессии, но вот смотря на твое увлечение, мне кажется, ты все-таки выберешь творческую профессию. Я пока с моим возрастом, я еще так сильно не задумывалась, но на данный момент я хочу стать банкиром. А почему? Не знаю, просто хочу. Нравится? Да. Ты хочешь, чтобы у тебя было много-много денег? Да. Понятно. Ну что ж, Настя, я желаю тебе осуществить твою мечту. Я желаю тебе побольше творить вот таких прекрасных вещей. И благодарю тебя. Удачи тебе. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Ну а наш информационный эфир продолжит вещание на черкесском языке в 9 часов. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует,
обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк».